Работа в режиме 24/7 без выходных и праздников. Задача службы скорой медицинской помощи – спасать жизни людей. Теперь возможностей для этого станет чуть больше. Во дворе Щелковской подстанции стоит новенький автомобиль. Пока еще даже без номеров, но уже полностью готовый к работе. Это подарок от губернатора. Автомобиль класса С реанимобиль был вручен в Красногорске губернатору Московской области. Оснащен всем необходимым реанимационным оборудованием. Вручали автомобили класса С и класса Б. Значит, класса С было вручено всего 7 автомобилей, и вот один пришел в Щелковский район. Класс С – это реанимобиль. Реанимобили, они все идут желтого цвета с надписью «Реанимобиль» на капоте. Эта машина – настоящая мобильная палата реанимации, предназначенная для тяжелых пациентов. Для спасения их жизни здесь есть аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, небулайзер, аспиратор, электрокардиограф, взрослые и детские реанимационные наборы. Работать на новом автомобиле будет бригада врача-реаниматолога Михаила Зайцева. Машина из себя представляет пост, реанимационный пост фактически. То есть все оборудование, которое необходимо для оказания помощи реанимационным больным, здесь имеет место быть. Все новое, современное, с хорошими функциями. Такое же, как в палате реанимации. Щелковская подстанция скорой помощи включает в себя, кроме базы на улице Советской, еще 5 постов. В поселках Монино, Фряново, Биокомбината, микрорайоне Заречный, а недавно присоединился и город Фрязино. Всю эту территорию обслуживают 33 автомобиля. Из них таких, желтых, самых важных, на вооружении было 3. Теперь получается 4. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.